В Чувашии подвели итоги общероссийской акции «На дорогу без перегруза». За неделю сотрудники ГИБДД проверили более 2500 грузовых автомобилей. К административной ответственности были привлечены 40 водителей. На дорогах республики в федеральных трассах работало несколько передвижных постов весового контроля. На специальных датчиках измеряли нагрузку на каждую ось. Она не должна превышать 10 тонн. Нарушителям грозят штрафы до 400 тысяч рублей. Вне акции мобильные комплексы работали на дорогах Цивильского и Красноармейского районов. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства отмечают, что в ближайшее время на трассах начнет действовать автоматическая система взвешивания грузовых автомобилей. Машина будет просто проходить, вот точно так же, как сейчас здесь мы видим, через пункт взвешивания, будет стоять над ним рамка, которая будет определять, во-первых, габариты, во-вторых, его номерные как бы параметры. И дальше в автоматическом режиме фиксировать те, если нарушения будут или не будут, и, соответственно, пробег машин, которые совершаются именно по дорогам с грузом. На нашей сети, если говорить про Чувашию, будет установлено 6 автоматических пунктов взвешивания.